Мэрия Омска незаконно вырубала деревья. Прокуратура выявила нарушения при проведении работ по озеленению города. Чиновники принимали решение о спиле зеленых насаждений во дворах многоквартирных домов и частном секторе без протоколов, собраний собственников жилья и других необходимых документов. Кроме того, Управление дорожного хозяйства и благоустройства не следило за недавно высаженными саженцами на территории Ленинского, Октябрьского и Кировского округов. По фактам нарушений мэру Омска Вячеславу Двораковскому было внесено представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Многие деревья пришли в упадок, засохли, либо были снесены неустановленными лицами, то есть заросли травой, не осуществлялся должный уход за молодыми зелеными насаждениями, что привело к их гибели. Так, многочисленные факты выявлены на улице Воровского,